Беломосковья. Смотрите, вот у нас здесь убирают кукурузу. Наши знаменитые кукурузные поля. С одной стороны, поле еще, видите, есть. На нем даже, по-моему, кукуруза. Ну да, конечно, есть. А вот с этой стороны уже начали убирать. Начали уборку. Вот у нас, сейчас покажу, комбайн ездит с флагом России. Видите, он ездит, убирает. Ну как ездит, убирает? На самом деле он стоит. Ну, видимо, он просто стоит. Вот здесь тоже кусок убрали. Вот здесь еще осталось. Кукуруза. С той стороны тоже еще осталось. Что-то в этом году. Вот видите, как-то странно, они кусочками оставили. Кусочками убрали, кусочками оставили. Наверное, оставили на семена, или не знаю, как это называется. Вот. И вот он пруд. Я давно не была на пруду. Сегодня, кстати, у нас чудесная погодка. Собственно, вот и люди, которые пользуются этой погодкой и с удовольствием рыбачат, делают шашлычки и тому подобное. Видите, у нас солнышко сегодня. Просто красота. Я тоже себя не удержалась, честно говоря, решила, что я поеду погуляю, потому что погода хорошая, хочется словить солнышко. Вот этим я сегодня буду заниматься. Время у нас час дня. Сейчас я половлю солнышко и поеду домой уже кормить обедом семью. Семейство. Становилась рядом с прудом. Сейчас пойду прогуляюсь по нему, похожу, погуляю. На улице все-таки ветер, поэтому, собственно, камеру с собой, наверное, брать не буду, потому что будет ветрено, будет ничего не слышно. Поэтому так уж из машины поприветствую вас. Сегодня, кстати, нет, сегодня суббота. День хороший. Солнышко светит, и я себя вытащила немножечко на прогулку. Я одену очки, потому что начинаю щуриться, когда сильное солнце, начинаю щуриться, и появляются морщины. То, чего нам пока не очень-то надо. Вот, смотрите, у нас красота, конечно, здесь. Так вот будет видно. Вот так. Ну, сейчас покажу вам. Так не видно, конечно, сейчас. Вот там вот и люди ходят. Видите, рыбачат. Рыбаки. Вон по травке видно, какой ветер. Солнышко, конечно, но уже как такового тепла нету. Ну, не мудрено, что сегодня октябрь уже начинается. Второй месяц осени. Видите, там мужички сети ставят или что они там ставят. Видите, одеты, это тепло все равно. Не знаю, что это у них, висят ловушки какие-то. Интересно, действительно там рыба-то есть? Ну, есть, наверное. Вот такая вот красота. Все, одеваю очки, иду гулять. Так вышло.
Не, не холодно, солнышко хорошее. Листочки эти остались. И тут еще где-то я видела такую. Пойду пройдусь, а то машины. Машины ездят. Смотрите, какая гусеница ползет. Там рыба. Живая, настоящая. И вот еще цветочки. Вот круги по воде, где пошли, там рыба. Такой всплеск была, напрыгала. Я не успела, конечно, заснять, потому что к цветочкам наклонялась. Эта утка полетела. Ее рыба испугала. Вон там звуки слышите? Это рыба прыгает. Ее тут много. Значит, не зря здесь люди рыбачат. Thank you.
Thank you.